Они удивляются, насколько оценки этих экспертных агентств занижены в сравнении с реальной обстановкой. Это не голословное утверждение, потому что наши инвесторы, вошедшие к нам в Ульяновскую область, такие как Совмин, такие как Марс, это мировые бренды, они очень выгодно у нас работают и могут дать самые высокие характеристики по части инвестиционной привлекательности. Со своей стороны правительство Ульяновской области делает все, чтобы поддержать входящих инвесторов. Это называется у нас административный зонтик. Начиная с законодательства, кончается провождением любого инвестиционного проекта, вплоть до запуска завода.